Круто. Да? На тренировке так. На пятках попрыгать. Так я вот ему стучом не даю стучать. Не даю, да, стучать. Так ему надо было поднять. Ему надо было по шее дать. Помогло бы. Мне татами огреет. Ковшов, да? Ковшова прям большой. Потом Алик. Так, ну, сейчас я найду его, секундочку. Я не собираюсь. Ну что, сколько у нас осталось? Раз, два, три, четыре. Потом пятый идет бой. Все. После этого боя четыре раунда. Ковшов Никита Сергеевич, да, такой? Так, а теперь у них юниоры. Ковшов Никита, пиши. Ну, Ковшов написала. Здесь ты написала, Ковшов? Собрали специально такую вот сделать, да. Специально для Никиты, чтобы подписать. Да. Наш. Ну, ты-то своего пишешь? Кто там? Диханов следующий, да? Да. Диханов? Ты мне скажи, пересылай категорию. Среди юнош, юниоры 16-17. Сережа, вот это кто у нас в категории? 16-17. Это не абсолютки. Абсолютка? Да. Просто возрастной категории 16-17 лет. Сколько там максимальная категория? Среди юниоры 16-17, да? Вот юниоры 16-17 лет 75+. 75+. Если абсолютка, то мы пишем максимальный вес. Зая, просто. У тебя своя работа, ты должна сейчас ее делать. Ту забрали, нужно вторую сейчас писать. Какое фамилия? Скажи, я посмотрю, найду сейчас. Ну, у них абсолютный вес. Во-первых, я не знаю. Диханов. Сколько у них вес? Сейчас мы смотрим. Диханов. Сколько там? Какой возраст там? 16? Диханов. Илья Александрович. Основное время не будет. Ты что? Русского дадут? Нет, давай. Диханов Илья. Алло. Доброго вечера. Второе место. Юниоры. Так, мужчина 18 до 80, да? Кто у нас там? Быков? 77. 75+. Они одинаковые. Да. 77-0, 77-300. А сейчас еще один Быстров, я найду сейчас. Быстров Роман Алексеевич. Быстро. Быстров. Роман. Третий. Так точно. Юниоры. Точно так же 75+. Сколько там у нас еще грамоток понадобится? Раз, два, три, четыре, пять. На мужики и женщины, которые свыше 18 лет, на них все идут чемпионат, а не первенство. Ну вот этих. Я дам гранаты. Не, я понял, просто вот смотри, три осталось еще. Все, бог с ним, пускай остаются пока. Все уже. У нас остались одни взрослые. То есть остались только взрослые подписывать, да? Не, у нас еще одна грамота. То есть одна. Да. Вот две, смотри, где там два. Пометки их. Мужчины, давайте. Самое первое. Выносите решение. Медведев Егор. Отлично. Раз. В этом бою с разногласием на три экипажа победу одержал Быков Алексей. Занял третье место соревнования. На татами приглашается назад Андрей Швец.
мужчины до 80 кг. Финальный бой. Барсетян Арал, Масаев Джафаров.